Здравствуйте, друзья, доброе утро. Вот хочу рассказать интересный случай, который приключился тут буквально пару дней назад. Написал мне человек и рассказывает, что он выиграл в лотерею. Ему было назначено интервью, вот, ну, там, какое-то время назад. Видимо, в прошлом году выиграл. Вот, назначено было это самое дело, он приходит, а играли они от, как бы, от Азии, получается, от Японии, да, потому что жена этого человека родилась в Южно-Сахалинске. И там, для тех, кто не знает, там как бы такая тонкость, что поскольку это все в разъяснениях есть, это не то, что вот я там вам сейчас на ходу придумываю, это есть в разъяснениях. То есть идея такая, что поскольку до Второй мировой войны, скажем так, в предшествующий ей период, южная часть Сахалина была под Японией после поражения России там, в русско-японской войне там, в начале века прошлого, а мирного договора с Японией нет пока, то как бы технически Южный Сахалин продолжает как бы относиться, рассматриваться как японская там часть, а вот не российская, хотя никаких претензий, так сказать, у Японии на эту территорию нет, но вот поскольку формально отсутствует договор, то как бы мирный, то как бы вот, ну, они вынуждены так считать, ну, вот, допустим. То есть, соответственно, тем, кто там родился, как бы выгодно очень, потому что от Японии играть намного больше шансов, чем, допустим, от России. И вот они оба, да, поскольку играть можно по стране рождения не только своей, но и супруга, то они, соответственно, оба там поместили две заявки от Японии. И кто-то выиграл из них. Дальше они движутся на интервью. И им на интервью говорят: о, ребята, мы вынуждены вам отказать, вы играли не от той страны. Они говорят: да как же, вот там же написано. Они говорят: ничего не знаем, говорят, вы вот родились в России, там, там и играйте. Им отказывают. Они присылают ссылку, мне тоже они прислали, значит, там официально с госдеповского сайта есть ссылка, там, по-моему, называется FAM, как-то так вот, как, какой-то там, чего-то там. Вот такая ссылка, значит, и там написано конкретно про Японию, конкретно вот про, значит, Южный Сахалин, там острова там еще перечисляются, вот эти четыре там, которые всем известные. И вот те, кто там родился, значит, те относятся, числятся по Японии. Ну, хорошо. Они им присылают ссылку. После чего получают ответ из посольства американского. И ответ звучит так. Мы запросили Министерство иностранных дел, Department of State. Там по-английски мне прям цитату прислал. И согласно разъяснениям, которые, значит, мы получили, на сайте ошибка. Давайте я переведу камеру, чтобы солнышко вас не слепило. На сайте произошла ошибка. Мы считаем вас родившимися в Российской Федерации. Поэтому, значит, на сайте ошибку, наверное, поправят, но вы как бы остаетесь вот в отказе, так же, как и раньше были. Вот. Ну, и они спрашивают, чего делать. У нас было видео, я показывал паренька из штата Айова, по-моему, тогда, по-моему, там жил. А может, в Колорадо он сейчас, я не помню. Значит, в Колорадо, да. Мы показывали вам паренька, адвоката молодого иммиграционного, который по возможности отбивает отказы лотерейщикам. И я ему скинул, значит, его координаты. Его зовут Борис Либин, если захотите его найти, это несложно. Борис Либин, вот как по-русски, как по-английски, точно так же пишется. Вот, и он, вот, я ему говорю: ну хорошо, ну давайте к Борису, может быть, что-то удастся отбить, потому что ситуация такая странная, то есть, получается, их как бы обвиняют, что они неправильно заполнили, но они заполнили по правилам. Понимаете, то есть, вина-то не на них, а на тех, кто эти правила повесил, опубликовал. Где их-то вина, где? Я вообще не понимаю этой бюрократической, так сказать, системы, но
Ну, то есть я понимаю, но не одобряю. Вот, поэтому такая вот интересная фишечка. И просто, чтобы вы знали, я не думаю, что среди наших зрителей много народу, которые родились в Южном Сахалине. Это во-первых. Во-вторых, я не думаю, что даже если такие есть, то они там все повыигрывали. Но во всяком случае, вот такая интересная особенность. И это гораздо больше говорит не о Южном Сахалине, а это говорит о правилах. И что бывает, когда ты вроде все правильно делаешь, а потом выясняется, что ты все равно виноват, хотя делал все правильно. Вот это очень интересная фишка. Да, так что... Самое интересное, да, что обратный вариант тоже возможен. То есть, представьте себе, что она играет, там, допустим, за Российскую Федерацию. Ну, в данном случае она замужем, и она играет по стране мужа. То есть она как бы не нарушила бы ничего. Но если вы, допустим, не замужем. Вот человек, там девочка, да, не замужем. И заполняет сама по себе. Спрашивает, как заполнять. И говорит, ну, не знает правил. Да, если бы она правила знала, заполняла бы от Японии и получила бы отказ потом. Значит, но она не знает правил. Она заполняет от Российской Федерации. Потом приходит на интервью. А ей точно так же, там, ну, другой консул, может быть, который лучше с правилами, там, или еще чего. Приходит, и ей другой консул говорит, а чего же это вы заполняли? Вы не от той страны совсем играли, совсем не от того региона. Потому что когда страна в том же регионе, да, то это как бы считается мелкой такой оплошностью. Это не блокирует. А вот когда ты играл от другого региона, и так получается, вроде как ты виноват. Так что вот такая интересная бюрократическая ситуация. Счастливо!